Итак, платье Иолана. Сегодня впервые Елена Шептунова надела это платье, и я поразилась, насколько платье за одну секунду меняет внешность женщины, ее фигуру. Как можно преобразиться за одну секунду? В чем секрет? Иногда наденешь платье, оно может быть таким помпезным, ярким, богатым, но нет того эффекта, который мы видим сегодня благодаря нашему наряду. Я предлагаю сейчас сразу пройти на подиум, посмотреть две расцветки, и я расскажу вам, в чем нюансы этого платья. Платье Иолана представлено сегодня в двух расцветках. Мы видим с вами коричневый с черным на Светлане Красицкой и коричневый с синим на Екатерине Шестерковой. На Светлане Красицкой платье Иолана дополнено жакетом Валерии. Это бренд SKS, и мне очень радостно сообщить вам о том, что сегодня наши модницы так и выбирали для себя готовые ансамбли. Обратите внимание, у Светланы размер 48-50, а у Катюши 54. Но я хочу вам сказать, девушки одинаково стройны. Сейчас мы посмотрим с вами на размерную линейку, выберем ваш размер, а потом перейдем к ткани. Итак, платье, богато украшенное персидскими мотивами с вензелями. Это любимая тематика за последнее время наших дизайнеров. Они не упускают возможности окунуть нас в страны с богатым принтом, сказки Персии. Обратите внимание, что восточная тематика уже второй-третий год не покидает подиумы. Наши вензеля, любимые пейсли, принт арабеска – это самые любимые принты дизайнеров. Платье необычно. Плавный переход от насыщенных темных оттенков к шоколадному, бежевому и совсем молочно-белому цвету делает это платье невероятно эксклюзивным. Это купонное полотно. Принт на нашем платье расположился вертикально, но благодаря таким вертикальным линиям вы и стройнеете. Ну а сейчас предлагаю выбрать ваш размер. Если у вас стандартный тип фигуры, заказывайте размер в размер. Например, я ношу 52. И я заказываю для себя платье 50-52. Светлана носит размер 48-50, а вот платье на свете 46-48. Прекрасная посадка, обнимает бедра, а за счет трикотажной ткани платье хорошо тянется. Если у вас есть секреты в области животика, в области верха или бедер, например, наша Катя носит размер 54. Вот Кате я посоветовала надеть платье 54-56. Если у вас 62 размер, закажите 62-64. Милые женщины, до 68 размера представлен наш наряд. Если ваш размер находится где-то между, например, вы носите размер 56, вы можете заказать 54-56. Я думаю, что с размерами все понятно. Ну а если есть вопросы, звоните нам в прямой эфир. Итак, ткань. Сегодня выбору ткани многие дизайнеры уделяют особое внимание. Здесь вновь мы видим с вами невероятную эластичность трикотажа пике. Еще раз напомню, что трикотаж пике – это фактурный трикотаж в рубчик. Он пришел к нам из Франции. Посмотрите, сейчас я хочу показать вам, насколько наша ткань мягкая. Посмотрите, как она драпируется. Но при этом, когда мы с вами распрямили платье, мы видим, что ни одного залома нет. Представляете, целый день, находясь в этом наряде, вы будете чувствовать себя безупречно. Именно за счет эластичности материала платье хорошо садится на ваши формы, и всегда вы будете выглядеть как с иголочки. Еще один очень важный момент. Когда вы постираете этот наряд, его можно не гладить. Обратите внимание на вырез горловины. Прекрасная имитация воротника лодочки, слегка закругленной формы, открывает область шеи. Когда женщина открывает шею, ее силуэт всегда выглядит стройнее и изящнее. Ну а то, чтобы скрыть, для того, чтобы скрыть нюансы фигуры, вам помогает принт. Богатый персидский принт, вертикальный принт, который обрезает излишки вашей фигуры и скрывает от нюансов. Комфортное трикотажное полотно, имея эластичную текстуру, идеально
подстроиться под ваши формы. И давайте посмотрим на Екатерину Шестеркову. Катенька покажет вам посадку в области проймы и рукава. Вот вы знаете, для многих женщин, у меня много клиенток, у кого такой же тип фигуры верхний, когда верхняя часть богаче, чем бедра. В основном такой тип фигуры встречается у каждой четвертой модницы России. И женщины меня спрашивают: Свет, я так люблю платье футляр, но вот как ты думаешь, подойдет мне такой наряд? И когда я просто молча даю им надеть трикотажно-вискозное полотно, платье, футляр, они даже больше никаких вопросов мне не задают. Сейчас, если у вас такой же вопрос ко мне, просто посмотрите на Катю. У Кати фигура прямоугольного вида, даже больше к яблочку. Ручки у Катюши чуть-чуть аппетитненькие. И Катюша всегда говорит: девчонки, я надеваю даже иногда вещи какие-то, они не садятся в области рукава. А здесь прекрасная посадка. В области проймы у Катюши даже свобода. Катенька, подвигай слегка ручками, пожалуйста. Вот, платье даже не подскакивает вверх, а значит, это платье садится безупречно на вашу фигуру. Если вы мечтаете сегодня пополнить свой гардероб базовым нарядом на круглый год, это платье Иолана. Ведь трикотажно-вискозное полотно мы всегда можем обыграть, добавив, например, вязаных кардиганов или пиджаков. И давайте посмотрим еще раз на наш фасон нарядного платья. В таком платье я вас вижу не только в офисе, не только на работе, но и на празднике. Подберите изящный лодочки или тон в тон под цвет нашего наряда, или классические черные, как это сделала Света. Кстати, на Светлане стильные туфли от немецкого бренда Яна. И сегодня моя коллега Наталья Федотова познакомит вас с обновленной коллекцией этого бренда. Немецко-европейское качество совсем скоро на нашем телеканале. Ну а я хочу поговорить о качестве нашего платья. Давайте посмотрим на швы. Между прочим, как любая женщина, я всегда обращаю внимание, насколько качественно дизайнеры, технологи подходят к созданию своей коллекции. Для меня, как для женщины, очень важно, чтобы даже нити были эластичны. Когда мы носим такие наряды и ткань тянется вместе с нитью, я знаю, что ткань такая никогда не порвется и швы никогда не лопнут. Помимо соединения деталей платья, мы видим, что все боковые швы обработаны идеально. То же самое я могу сказать и про низ изделия.